8 лет назад в этот день мы рассказывали об ужасной истории из Соликамской больницы. Там ночью из окна игровой комнаты выпал 11-летний ребенок. В больницу мальчик попал за сутки до происшествия с диагнозом ОРВИ. Эксперты тогда предположили, что этот случай похож на интоксикационный психоз. В 2017-м в Березниках прошел вечер памяти поэта Дмитрия Ценяева. На встречу собрались друзья, поэты, ученики и музыканты города. Дмитрий мог разглядеть талант в каждом человеке. Начиная с 90-х годов, он связал свою жизнь с работой с детьми. Организовывал театрализованные литературные вечера со школьниками в библиотеке. 2 года назад в этот день мы рассказывали о проблеме, с которой столкнулись жители 120-го дома на улице Мира. Десятки человек тогда боялись выходить на улицу из-за огромных сосулек. Льдины, свисающие с крыши, доходили до окон 3-го этажа. А из-за отсутствия управляющей компании в доме проблему решать было некому. Впрочем, эта ситуация ежегодно возникает на многих березниковских многоквартирках.